Вот, сейчас уже снимаем. Да. И вторая, да? Вторая доеда. Вот так. Слушайте, это сейчас неудобно. Да, а потом она на плете. Потом, когда прилетит, я так пойду вверх, руки будет свободно. Да, я понял. Все. Сижу, вообще тигр. Джоба! Грузия! Боже, как же здесь высоко! Машинка там наша на парковочке. Думаю, высота где-то 2000 метров. Летаешь по воздуху, паришь. Есть такие моменты, когда поднимает тебя ветром, а потом такая пауза, и блин, кажется, что падаешь просто. Это жесть. Такой мандраж, блин. Это просто. Это волшебно. Как же здесь красиво. Да. Ух ты.
спускаться. И вот на такую высоту, как мы сейчас поднялись, они поднимаются. Просто замираешь в воздухе. Просто над обрывом летаешь. Ребята тоже полетели. На вершинах снег, внизу зелень. Какой колорит красивый. Просто. Деревья желтые, листья. Зеленые луга. Фантастически. Еще тоже. О, да. Так лучше. Вы приземляетесь вот там, а вы подниматься ноги выше, хорошо? Да, 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 да. Сейчас как-то сел. Без проблем. Хорошо. Это мой пилот. Я ему доверяю. I'm trusting this man. На горах видно образование, когда пробиваются ручьи, речки горные появляются. Это так прекрасно. И на разломе, и получается такой, как раскол в горе небольшой, и там течет вода. И камушки, блин, это так видно классно. Советую любителям экстрима и не любителям высоты. Тут, мне кажется, ну, на параглайдинге можно перебороть свой страх, если боишься высоты.
потому что, ну, это надежная штука. Я очень так считаю. И, ребята, советую всем попробовать, кто будет смотреть это видео. Все, вот я уже приземляюсь. Оп! Есть! Хе-хе!